Стальной хват России, привет. Вот зашел в гости человек, купил эспандер и пришел, принес вот такой эспандер. Вы узнаете, да, я вам показывал калибровки двух. Я показывал вам черный. И второго цвета не помню, из Торнео который, да. Вот, эспандер Торнео на 45 килограмм. Это который в Спортмастере продается. Вот человек предоставил нам тут. Мы быстренько с вами сейчас посмотрим калибровочку. Ставим на 0, поехали натягивать. Мы сейчас посмотрим, что тут у нас Торнео на 45 выдает. Закрываем, закрываем, закрываем. Итак, смотрите, значит, закрыл я его достаточно качественно. Тут, ну, в общем-то, это тот самый микрон. Вот этот эспандер. 28,6. Сейчас мы проверим. Помните, да, формулу? 28,6 на конце. Серединка нам. Значит, у нас должна быть 28,6 умножить на 1,5. 42,9. Но тут немножечко вот сходится, да? 42,9. Это 43 килограмма, истинная середина. Сейчас мы ее проверим. Благо, есть полоска контрольная. Но пружинка достаточно высоко стоит, поэтому будет погрешность. Посмотрим, какая. Так, выставляем середину, обнуляю. Серединку выставили, поехали натягивать. Ну, нет, обнулил, а включить не включил. 42,9. Вот где-то тут совпадает с измерениями. Сейчас съедет, но уже как бы фиксация была. Так что я ручки не буду показывать, они разомкнулись, потому что полоска эта съехала. Но фиксация была именно на середине. Ну вот 44,3. Смотрите, какой честный Торнео попадается. Синий-то у нас по сравнению с черным. У черного ничего не сходилось, да? Вот так, ребят, середину померили. Спасибо человеку за предоставленный эспандер. Давайте, здоровья, пока.